Идет вечерня, а тут идет уборка хлеба в Рабашире. И как все слаженно, гармонично. Это о чем молятся, и то сразу же здесь и видится. Вот он. Храм. Просто показать, как это с одной стороны у нас школа, а с той стороны храм. Вот так я ничего не выключаю, хожу. Вот он, Игорь на тракторе внутри склада. Это склад. Кажется, 508 квадратных метров. С этой стороны я опять захожу в храм. Наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах.
Я есим пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Кто, как Отец знает меня, так и я знаю Отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Слава тебе, Господи, исполни кругами, проповедуйся. Пресвятая Богородица, спаси нас.